друзья мои, снова я. Привет. Мы с вами уже на бульваре. Вот помните, в прошлом году был снегопад, в результате которого огромная магнолия, посаженная Александром Третьим, она стояла вот здесь, на этом месте, 150 лет, она свалилась и погибла, ее распилили. И вот совершилось чудо, друзья мои. Ну, я не знаю, я не хочу топтать газон, но все-таки я вам покажу поближе. Произошло чудо, друзья мои, из вот корней этой магнолии, которая здесь росла, вот появился вот этот вот росточек. Не знаю, ну, мне хочется верить, что он появился сам. Может быть, его посадили. Не знаю, ну, посмотрите, какая прелесть. Вот его оградили, как бы жизнь продолжается, да. Вот этот вот наследник, этот росточек, наследник той самой магнолии, посаженный императором, да, где-то, да, лет 150 назад. Представляете, какое чудо, да? Представляете? Вот. А здесь как снег. Я подошел издалека, думал, что снег лежит. Нет, вот здесь вот такие мрамором. Мраморные камешками выложим. Похоже на мрамор, да. Вот так положим назад. Так что, друзья мои, есть надежда, что через 2-3 поколения магнолия будет здесь стоять снова, украшать наш бульвар. И малыши будут здесь вот бегать в ее тени, и пенсионеры сидеть, и влюбленные встречаться на этом месте. Я в это верю. Вот, а сейчас мы с вами пойдем по аллее прямо к морю. Вот рекогносцировку даю, значит, привязка к местности Шератон. Отель, теннисный клуб, вот здесь вот теннисный клуб, здесь вот какая-то дискотека, джаз-клуб здесь, да, летом проводят свои эти самые концерты. А это территория бассейна Шератона. Кстати, у бульвара тоже она отвоевана, достаточно большой кусок. Просто взяли и все. Там, не знаю, как это все получилось. Ну... такая вот это бары и как это называется, душевые, а с той стороны бассейн. Да, вот здесь проходит, здесь вот за этими воротами летом функционирует джаз-клуб, билеты, все, кафе, рестораны, бары и так далее, и так далее. Вот. А вот там, это уже теннисный клуб. Корты начинаются. Ну ладно, мы с вами продолжим. Сейчас запутаю вас всех. Вот идем такой аллеей. Ровно год назад здесь снег лежал, друзья мои, ну, выше колена. Деревья были в снегу. Бытумчане бегали с палками, бамбуковыми такими, знаете, шестами отряхивали, вот все, деревья ломались, и сучья, в общем, что-то страшное было. Вы можете посмотреть на моих, в моих роликах, вот, годичной давности. А сейчас, посмотрите, какой январь, чудо, Рождество, 7-е, вот наши замечательные аллейки, все три целые сохранности, сухенько, все чистенько. Прогулка, променад. Идем к морю. Да, да, вот я обещал моим друзьям, хочется. Но у меня Андрей К, мой друг из Москвы, очень просил прислать ему солнышко. Ну, я думаю, все хотят. Сейчас у кого морозы серьезные. Сейчас мы увидим. Я вам подарю солнышко батумское, друзья мои. Ну и, разумеется, море тоже. Вот она, солнышко. Андрюша, смотри, вот она. Посмотрите, как одеты люди, видите, как легко. Вот такие вот скульптуры украшают променад. Пойдем к морю.
Андрюша, пойдем к морю. Я тебе сейчас покажу море. И всем вам, друзья мои. Пойдем по гальке. Вы смотрите, что я так одет. Вот эта куртка очень легкая. Но я ее надел на всякий случай, потому что я хочу до темна гулять. Ой, прелесть, какая погода вообще. Прелесть, прелесть, друзья мои. Это просто прелесть, весна. А море какого цвета? Ребята, посмотрите, какое море. Ой, чума. И тихо-тихо. Даже без плеска. Наверное, кто-то сегодня купался. Я даже знаю, кто. Я знаю такого человека, который купается по утрам. И зимой, и летом. Сибиряк. А, еще есть девочки. Да-да-да. А, да-да, точно-точно. Еще есть три. Мама и две дочери. Они тоже любители искупаться. Моржихи такие. Точно, точно. Людмила, это я про вас говорю, про вас. Людмила. Мы еще не были знакомы, а я их встретил там. Вот они втроем на гальке, в купальниках. Мы все в куртках там, видите, в свитерах. А они в купальниках. Обалдеть можно. Девахи. Вот, посмотрите, друзья мои, какое море. Ну же, это же вообще. Друзья мои, вот на этой радостной ноте мы с вами здесь расстанемся. На этой прелести всей. И еще увидимся, конечно, обязательно. Еще увидимся. Пока-пока. Ваш Николай Рухадзе. С берега Черного моря. Батуми. Аджария. Грузия. Пока-пока.